еще одно мероприятие, которое нельзя пропустить. Анапчан приглашают поучаствовать в конкурсе социальной рекламы. Отбор лучших видеороликов, плакатов, информационных листовок и статей по профилактике здорового образа жизни проводит Министерство образования, науки и молодежной политики края. Анапчане могут направлять свои заявки на электронную почту, указанную на экране, с пометкой «Заявка на конкурс социальной рекламы до 26 ноября». Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на Кубанском молодежном портале. Его адрес также указан на экране или по телефону в Краснодаре 253 51 21.